Школы и детские сады Нягани готовят к началу нового учебного года. В образовательных организациях начались проверки. Комиссия оценивает степень готовности зданий, антитеррористическую и пожарную безопасность, а также соответствие нормам Санпина. К примеру, проверку проходит школа номер один, которую скоро ожидает капитальный ремонт. Здесь обновят первый корпус. Уже сделали замеры и изучили состояние фундамента здания. На время ремонта учеников переведут во второй корпус. А в школе номер три обновление уже завершено. Здесь переоборудовали пищеблок и подготовили классы кванториума. Они начнут работу с сентября. Всего на подготовку школ и детских садов из бюджета Нягани выделили около 30 миллионов рублей. Финансирование направлено в основном на устранение предписаний от Роспотребнадзора, создание безбарьерной среды для людей с ОВЗ и подготовку к отопительному сезону. Недочет, конечно, есть. И хорошо, что мы в преддверии учебного сезона мы даем такой временной люфт именно в течение месяца, чтобы у руководителей, у заместителей директоров по хозяйственной части, отвечающей за этот блок, была возможность устранить все эти недочеты. Мы еще в конце августа приедем и посмотрим именно на то, как обратили внимание на устранение этих замечаний руководителей.